Если ты вырос на улице, то уверен, что очень крут. Тебе некого бояться и нечего терять. Но идешь брать какого-то урода, и вдруг понимаешь, ты не такой уж крутой. Что это за имя, Рон? Он тебя выкошелен! А что это, стал взрослым? Мама, мне больно. Ты угнал мою тачку, и ты ответишь за это! Конан-О'Коннор, вы арестованы за нападение и избиение. Признан виновным по двум эпизодам угона. Виновен в ограблении, крупном хищении и вооруженном нападении. Самострельчик. Я свою сестру черти за кого не отдам. Ясно? Согласна. Еще как согласен. Нет, Джулия. Не уходи, слышишь меня? Джулия. Нет, не умирай. Не умирай. Семья плотная, клеймо ставить некуда. Получил жетон, думаешь, стал чистеньким? Бандитская морда. Давай полегче, старик. Ладно, не дури. Не знал бы тебя, подумал бы, ты смерти ищешь. Повернулся. Ты арестован. Какого хрена я жив? Нет! Да ну же! Черт! Ронан помчался туда, не дожидаясь подмоги. А дальше звонарь решил проверить, нет ли у Ронана крылышек за спиной. Бам-бам-бам-бам-бам-бам! Семь пуль прямо в грудь, в упор. Ты все никак не уймешься, Бакстер. Ты его татухи видал, все это дерьмо тюремное. Не был он никаким копом. Да, живешь как вор, сдохнешь как вор. Эй! Эй! Стой, ты! Стой, сволочь! Сколько раз я желал тебе смерти, Лавкач. Видеть свой собственный труп, лежащий на улице. Как глядеться в зеркало, смотреть не хочешь, отвернуться не можешь. И в какой-то момент ты уже перестаешь понимать, где ты сам, а где твое отражение. Ронан, не верю. Не верю, что я тебя нашла. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Ты кое-что не завершил в своей жизни. Ты арестован. Это пушка, мамин подарок. Что происходит? Игорь, стой! Эй, Бакстер, эй! Раньше это было для меня местом, где лежит моя Джулия. А теперь это просто могила, где зарыт ее труп. Скоро и меня туда закопают. Но это не наш дом, просто
клочок земли, куда кто-нибудь придет, чтобы нас вспомнить. Бу. Супер.